137 фактов торговли людьми выявлено в Казахстане с начала года, в том числе 9 случаев похищения людей и незаконного лишения свободы. По итогам работы МВД по противодействию организованной преступности сообщается, что ликвидированы 4 ОПГ, к ответственности привлекли более 150 представителей криминалитета. По данным ведомства, с начала года по фактам участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе 3 по транснациональным. Также выявлены правонарушения с ущербом государству на сумму свыше 11 миллиардов тенге. Во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам. Своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну. Недопущены факты криминальных конфликтов на территории Казахстана с их участием. Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей 4 особо опасных преступных групп в городе Шымкент, Карагандинской и Кызылординской областях.